Привет, друзья, с вами канал Жека, и сегодня я снова решил посетить храм, который находится в поселке Рогачёво, это Дмитровский район. Зачем я сюда приехал снова? Снимать для вас, в первую очередь я все это делаю для вас, мои дорогие друзья и подписчики. И если вы не мои подписчики и не мои друзья, то просто я снял это видео, чтобы вы посмотрели, насладились этим видосом. Как следует. Друзья, я приехал специально для вас сюда, чтобы поснимать здесь сокола. Здесь живет территория храма, птица очень интересная. Называется она сокол, еще раз повторюсь, птица хищная. Но, как мне рассказали местные жители, она была подбитая, вернее раненая, у нее была сломана лапка. Поэтому ее взяли работники храма, смастерили для нее клетку, вольер большой. И теперь, друзья, она живет здесь, на территории храма, радует посетителей. Дорогие мои друзья и подписчики, давайте посмотрим, где находится этот сокол, вернее, территорию храма, чтобы вы, когда будете здесь, нашли его с легкостью. Друзья, вот она, эта дорожка. И она ведет к воротам. Давайте пройдемся к воротам. Вот сюда вот наш... прибегет эта дорожка прямо к этой хищной птице. А пропустить ее сложно, хотя когда здесь был первый раз, или третий раз уже, я просто не увидел. Представляете, я просто мимо прошел и не увидел. Кстати, на улице дождик, небо хмурое, что-то я как всегда прихожу сюда и начинается дождик. Почему-то небо меня ругает за что-то, может быть сегодня не мой день, все-таки я решил поснимать. Короче, давайте начнем так. Здесь клетка большая, объемная клетка, вольер. Не знаю, может медведи, волк даже поселились. Хотя для птицы, тем более для такой, у нее, по-моему, метр размах крыла. Это, мне кажется, этого даже маловато будет. Но все-таки она живет не жалуется. Это, в принципе, жаловаться не там. Вот, так же умирала где-нибудь с сломанной лапкой. Вот, они, я так понимаю, кормят, убирают клетку. Все как у людей. Давайте поближе. Давай пониже, спусти. Друзья, давайте поближе рассмотрим. Никак не будет спускаться. Убегает от камеры. Я вот на селфи-палку телефон держу. Рука у меня так много уже подустала. Да и дождик капает сверху прямо мне на лицо. Но никак не хочет идти со мной на контакт. Пониже спуститься и пообщаться со мной. И с вами, конечно. А? Друзья, давайте обманем этого сокола и попробуем его переманить вниз, чтобы поднимать его поближе. Сейчас это только сегодня так, а потом мы обязательно придем его и покормим. Главное, не будем с вами сувать туда в клетку руки, пальцы, чтобы из них не остаться. Какой-то красивый. Тебе покушать принесу обязательно. Миска. Вот, друзья, вот он опустился с небес на землю. Друзья, я в душе все-таки тоже сокол. Ну и, конечно, задумаюсь в дальнейшем, раз люди так интересуются, видите, какая аккуратная, то тоже надо себе сделать, пускай мясо в объектив попадает. Тоже все надо сделать, помните, сокола, например, на плече. Смотрите, какие крылья, посмотрите. Какие крылья у него. Поближе подошел, смотрите, в какой позе. Главное, чтобы он нам с вами камеру не клюнул. А то на этом съемка вся закончится. Давай покушай на камеру. Друзья, я не ожидал такого схода. Наверное, не я отрабатываю свое время, а сокол все-таки, наверное, больше отрабатывает на камеру, чем я. Сокол проголодался, друзья, и вот он кушает. Давайте поближе, так снимаем. Я думаю, вот такое не каждый день можете увидеть, хотя сейчас полно видеороликов с такими сценами. Но для меня это, конечно, праздник, поскольку именно я снимаю. Видите, как он с легкостью отрывает плоть от костей. Друзья, вот так вот он расправляется со своей жертвой,
если она живая. Здесь лапка куриная. Давайте насладимся этим зрелищем. Все-таки не каждый день такое увидишь, но, по крайней мере, я вживую. Так вот он отрабатывает подписчиков на мой канал. Спасибо тебе, добрая птица, красавец. Опа, какнул. Он на нас с вами какнул. Но, как мы с вами знаем, друзья, говно это к деньгам, поэтому не будем расстраиваться. Это хороший пример, я думаю. Друзья, вы все-таки оставите хоть один комментарий, также хоть парочку лайков, авансом мне хотя бы, чтобы я и в дальнейшем для вас снимал отличные видеоролики. Если вы этот видеоролик считаете отличным, опять же, пишите в комментариях, понравился он вам или нет, а особенно вот этот вот сокол. Ладно, друг, пора мне идти. Давай мы будем прощаться с тобой. До новых встреч. Мы обязательно увидимся снова. Покачи свои когти, клюв. Привет, друзья! Сегодня мы с вами приехали в город Дмитров, вернее, Дмитровский район, в поселок Рогачёво. Как и обещал я вам, снимать сокол, которая вошла в мои другие ролики, вернее, пока только в один видеоролик. Сегодня я решил уделить время этому соколу только для него. Именно для этой птицы, чтобы снимать ее для вас, сделать один ролик, чтобы человек не мотал все видео именно на эту птицу, так что сразу все попадал на встречу. Поэтому давайте Привет, друзья, с вами канал Жека, и сегодня я снова решил посетить храм, который находится в поселке Рогачёво, а это Дмитровский район. Зачем я сюда приехал снова? Снимать для вас, в первую очередь я все это делаю для вас, мои дорогие друзья и подписчики. И если вы не мои подписчики и не мои друзья, то просто я снял это видео, чтобы вы посмотрели, насладились этим видосом как следует. Это, наверное, как рецепт блюда, которое ты готовишь и вкладываешь в душу, чтобы человеку понравилось, оно на вкус. Надеюсь, этот видос тоже вам придется по вкусу, зайдет хорошенько, и вы наедитесь до отвала интересным видео. Давайте перейдем к делу. Я хотел для вас поснимать здесь птицу, сокол. Она у меня вошла в предыдущий ролик. Друзья, я приехал специально для вас сюда, чтобы поснимать здесь сокола. Здесь живет территория храма, птица очень интересная. Называется она сокол. Еще раз повторюсь, птица хищная. Но, как мне рассказали местные жители, она была подбитая, вернее, раненая. У нее была сломана лапка, поэтому ее взяли работники храма. Смастерили для нее клетку, вольер большой. И теперь, друзья, она живет здесь, на территории храма, радует посетителей. Я нигде такого не видел, вижу это впервые именно здесь. Для меня это немножко удивительно. Но правильно говорят, бывают чудеса на свете. Мир не без чудес. И, как говорится, без хороших людей. Вот сейчас меня снимает человечество, я думаю, познакомились. Сейчас не человечество, я думаю, человечество. С большой душой от меня отказал. Вот. И давайте, наверное, приступим к съемке. Я немножко расскажу вам об этой птице, и мы с ней с вами пообщаемся, познакомимся, что это такая сильная, хищная птица, сокол. Но я думаю, это сокол, если это не сокол, поправьте меня, пишите в комментариях, если вы это не видосите, какая это птица, может, это орел какой-нибудь. Вот. Но не сова, это точно. Хотя вот у меня на шее татуха, там у меня многие отсутствуют, и это посылка на самом деле. Друзья, вот такая вот птица. Короче, давайте начнем так. Здесь клетка большая, объемная клетка, вольер. Не знаю, может, медведи или волк даже есть.
Хотя для птицы, тем более для такой, у нее, по-моему, метр размах крыла. Это, мне кажется, этого даже маловато будет. Но все-таки она живет в жалости. Это птицы жалости у нее. Вот, так же умирала где-нибудь со полной лапкой. Вот, а они, я так понимаю, кормят, убирают клетку. Все как у людей. Друзья, вот такие вот балки, или как это, не знаю, рукой я не буду рисковать сувать в клетку. Не хочу я здесь пальцы поставить. Привет. Я думаю, это все-таки сокол. Людей поспрашивал, они тоже говорят, что это сокол. Сейчас мы немножко поближе посмотрим, как он выглядит. Может быть, интервьюить на нижнюю какую-нибудь жердочку, перекладинку, не знаю, как это правильно обозвать, трубу. Это труба, перемотанная канатом или какой-то веревкой, чтобы, видимо, птица не стачивала себе кофты, или наоборот, себе более комфортно было сидеть, типа ветки. Давайте, наверное, посмотрим поближе эту птицу, хищную сокол. Дорогие мои друзья и подписчики, давайте посмотрим, где находится этот сокол, вернее, территорию храма, чтобы вы, когда будете здесь, нашли его с легкостью. Давайте развернем камеру. Вот видите, да, там он дорожка, мы по ней с вами скоро пойдем. Дорожка ведет тротуар. И вот сюда вот нас прибегет эта дорожка прямо к этой хищной птице. А пропустить ее сложно, хотя когда здесь был первый раз, а здесь третий раз уже, я просто не увидел. Представляете, я просто мимо прошел и не увидел этого сокола. Смотрите. Друзья, вот она, эта дорожка. И она ведет к воротам. Давайте пройдемся к воротам вместе. Вернее, прогуляемся до ворот. Я ускорю шаг. Друзья, вот ворота. Проходите через калитку. И идете сюда, потом разворот, и вы вышли. Лавка церковная, видите, да, написано лавка и клетка. Тут еще вот беседка и храм. Храм, видите, друзья, подписчики мои дорогие. Просто мимо проходящие, уходящие люди, это моя любимая фраза, видите, да? Жилые дома. Друзья, вот такая вот у него питьевая миска. Здесь вода. У сокола. Давайте я уточню, у сокола. Вот такой. А? Два пенька, да, вот два пенька. Это интересно, для чего эти два пенька. Друзья, давайте поближе рассмотрим этого сокола, этого красавца. Кстати, на улице дождик. Небо хмурое. Что-то я, как всегда, прихожу сюда, и начинается дождик. Почему-то небо меня ругает за что-то. Может быть, сегодня не мой день. Все-таки я решил поснимать, потому что мне скоро нужно будет уезжать с вахтой. Я сейчас на вахте нахожусь в городе Дмитров, вернее, в Дмитровском районе, поселок Рогачево. Писька какнула, кстати. Видимо, от моих рассказов ей стало немножко так стремновато, страшновато, и она какнула. Он даже отходит в сторону. Давайте, друзья, поближе посмотрим этого сокола. Друзья, вот такая вот птичка забралась она очень высоко. Почему-то ниже не хочет спускаться. Такой вот вольер, и она, ну, никак не хочет идти со мной на контакт, пониже спуститься и пообщаться со мной и с вами, конечно. А? Да, кто-то незнакомый. Но я уже здесь второй раз, друзья, я уже здесь второй раз, поэтому я думаю, я ей знаком, просто она меня немножко так не вспомнила. Смешно сказал. Но это все-таки животное, даже не животное, это пернатая птица, не знаю, как правильно, животное, наверное, да? Пернатая, да, это пернатая, поэтому, как бы, думаю, хотя птица очень умная, вот, у нее очень зоркий взгляд, то есть она может свою жертву с большой высоты увидеть и прям точно, как ядерная боеголовка, попасть в цель, схватить свою жертву своими мощными когтями и утащить свое гнездо или там куда-то еще, где она будет лакомиться кроликом, например, или какой-нибудь там мышью полевой. Такая вот
такой, вернее, наверное, все-таки это он. Такой вот, даже не зверь, а, наверное. Ну да. Входит. А вы чувствуете, да, друзья, какой у него вес? Он прилично весит. Как думаю, сколько у него? Килограмм 5, наверное, да? Ну, 3, наверное, точно килограмма весит, потому что... Ну да, 3-3,5 килограмма, друзья, я думаю. Мы весить его не можем. Мы не хотим остаться без пальцев, без рук, ну, без глаза, например. Потому что все-таки птичка хищная. Я думаю, она только тех, кто ее кормит, постоянно подпускает к себе. И то, может быть, и не подпускает вовсе. Мы этого не видели, к сожалению. Вот он показывает такой. Ну-ка покажи, покажи. Покажи, какой ты красивый. Покажи крылья на своем. Друзья. Подведет. Да, шикарно, да? Ну покажи еще, дружок. Друг. Покажи свои крылья. Друзья, да, он так на меня смотрит, что мне немножко так вот не по себе, как будто наблюдает, хочет прицелиться мне в глаз, меня клюнуть. Вот. Но я думаю, пока мы с ним не знакомы, сейчас немножко познакомимся, и он уже не будет так реагировать агрессивно. Давайте поближе. Давай пониже, спусти. Друзья, давайте поближе его рассмотрим. Никак не хочет спускаться. Убегает от камеры. Я вот на селфи-палку телефон держу. Рука у меня так немного уже подустала. Да и дождик капает сверху прямо мне на лицо. Друзья, давайте обманем этого сокола и попробуем его переманить вниз, чтобы поснимать его поближе. Сейчас я это только сегодня так, а потом мы обязательно придем его и покормим. Главное, не будем с вами сувать туда в клетку руки, пальцы, чтобы из них не остаться. Друзья, я сую пальцы, в клетку пальцы сую. Вот. Клюк это для вас опасный. Клюк не такой тайный дурак, пальцы грыз. Он у нас это делает. Иди сюда. Не хочется ему спускаться. Может быть, ему надо поесть принести. Тогда он, друзья, спустится вниз. Друзья, смотрите. Ой, как, да? Какой ты красивый. Тебе покушать принесло обязательно. Миска. Вот, друзья, вот. Вот он опустился с небес на землю. Вот он сидит. Прям можно с него портреты рисовать, картины. Татухи бить, скажем так. Вот у меня тоже татуха. Все путают с соколом, но у меня филин на самом деле. У меня сова. Вот он, красавец. У меня в профиль сова. Вот так же стоит, только на шее. Ну, голова, вернее. И многие путают с соколом, говорят, орел или сокол. Друзья, я в душе все-таки тоже сокол. Ну и, конечно... Задумываюсь в дальнейшем, раз люди так интересуются, видите, какая аккуратная, то тоже надо себе сделать, а пуски мясо в объектив попадают. Тоже себе надо сделать какого-нибудь сокола, например, на плече. Он был приживой, у крутого мастера, не пожалеть денег, смотреть, насколько грациозен. Мощь, грациозность, насколько сочетается. Так только может природа, друзья. Так может только природа. Совместить мощь и грациозность. Смотрите, какие крылья, посмотрите. Какие крылья у него. Поближе подошел, смотрите. В такой позе. Главное, чтобы он нам с вами камеру не клюнул. То на этом съемка вся закончится. К сожалению. Вот такой вот. Красавец. Опа!
какнул, он на нас с вами какнул. Но, как мы с вами знаем, друзья, говно это к деньгам, поэтому не будем расстраиваться. Это хорошие приметы, я думаю. Тут на клетке видите, висят куски мяса, видно, да? Вот висят куски мяса. Видимо, ему вешают сюда кусочки мяса, и он кушает. А обязательно мы с вами еще раз придем и покормим его мясо, Да? Скажи, это сладкое слово мясо. Кроме мяса он, к сожалению, ничего не ест, потому что, к радости, он не веган, а хищник. А что с ним случилось, извините? А, говорят, взяли из питомника его. А до этого мне люди другую басню провели, то, что он лапку себе поломал, его вот подобрали, нашли и... Теперь он живет здесь. Да, друзья, вон он будет кушать. Смотрите, да, лапка. Друзья, смотрим. Очень интересно. Вот он трапезничает. Давай покушай на камеру. Друзья, я не ожидал такого исхода. Наверное, не я отрабатываю свое время, а сокол все-таки, наверное, больше отрабатывает на камеру, чем я. Видите, какой у него клюв, как он им дробит мясо. И проголодался, видите? Сокол проголодался, друзья. И вот он кушает, давайте поближе. Так, снимаем. Я думаю, вот такое не каждый день можете увидеть. Хотя сейчас полно видеороликов с такими сценами. Для меня это, конечно, праздник, поскольку именно я снимаю. Видите, как он с легкостью отрывает плоть от костей, отделяет, вернее, сухожилия. Друзья, вы слышите, да, как под ним прогибается балка с веревкой. Какой голодный. У него мощные лапы, чувствуете, да? Как он вцепился в свою жертву. Слышите, да? Как трещат сухожилия. Да. Хрустят, трещат, не знаю. Хрустят кости, наверное, будет. Даже мне кушать захотелось. Поэтому пожелаем ему приятного аппетита. Давайте обойдем с другой стороны, снимаем его в лоб. Так. Друзья, вот так вот он расправляется со своей жертвой, если она живая. Здесь лапка куриная, клеща это индюшачья. Так, давайте вот так. Вот прутья от сетки. Я как-то вот к прутьям прислонил объектив камеры. Вроде получается неплохо. Давайте посмотрим. Давайте насладимся этим зрелищем. Все-таки не каждый день такое увидишь. Ну, по крайней мере, я вживую. Так вот он отрабатывает подписчиков на мой канал. Спасибо тебе, добрая птица. Даже, наверное, в кино бы взял бы его сниматься. Друзья, вот так вот он рвет мясо. Не, конечно, посочувствуешь его жертве, которая попалась бы ему когти в его. Так вот, друзья, видите, да? Как он разделывается. Он ходит, мой оператор. Как он разделывается с костью. Слышите, как хрустит кость. Вот
Давайте попробуем. Немножко вот тут. Интересно, съест он все или нет, друзья. Давайте спустимся пониже немножко. Вот уронил мясо. Все, камера сфокусировалась. Но смотрите, он. Какая птица? Все-таки аккуратная, видите, да, она чистит клюв, поела, и обязательно надо умыться, почистить зубы, вот. Да, сокол? Не очень удобно снимать. Смотрите, как он. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Ой, это красавцы. Ладно, друг, пора мне идти. Давай мы будем прощаться с тобой. До новых встреч. Мы обязательно увидимся снова. Покачись свои когти, клюв. Я думаю, то, что, друзья, вы все-таки оставите хоть один комментарий. Также хоть парочку лайков. Авансом мне хотя бы. Чтобы я и в дальнейшем для вас снимал отличные видеоролики. Если вы этот видеоролик считаете отличным, опять же, пишите в комментариях, понравился он вам или нет. А особенно вот этот вот сокол. Дорогие мои друзья и подписчики, я думаю, вам понравилось провести сегодня со мной время. Вернее, немножко своего драгоценного времени посмотреть на это чудо-птицу сокола. Да, я на втором пункте, но это, наверное, все-таки не наверное, а сокол. Ставьте лайки, вот такие вот жирные и жирные. Также ставьте комментарии под видео, свои комментарии оставляйте. Плохие, хорошие, мне без разницы, главное, чтобы было побольше. Также не забываем подписываться на мой канал, называется он Джека. Те, кто не знает, а те, кто знает, вам привет, друзья. Также не забываем рассказывать об этом видео, вообще о других моих видосах своим знакомым, друзьям и близким, чтобы они также ознакомились с моим творчеством. И, может быть, что-то им понравится, они станут одними из моих подписчиков. Друзья, также можете помочь каналу, моему каналу, а вернее нашему с вами каналу, материально. Будут под видео в описании указаны адреса электронных кошельков. Также банковских карт, номера, куда вы можете отправить рубль, 10 рублей, кому сколько не жалко. То есть можете ничего не отправить. Сейчас, в принципе, коронавирус по всему миру, такая вот зараза, COVID-19. Видите, если вы успели заметить, я в маске. Кстати, себе маску прикольную прикупил. Надоело мне ходить в медицинской белой. Теперь хожу с такой, снимаю вас и дочку в такой маске. Поэтому, друзья, не забываем подписываться, ставить лайки, комментарии. И также приезжаем сюда, смотрим на эту птицу. Может, вы уже хотите также поснимать видео или наделать фотографий. Находится это Дмитровский район, поселок Рогачёво. А не подскажете, как называется церковь? Николай Чудотворца. Церковь Николая, храм Николая Чудотворца. Я вот уже снимал. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. И вот Людмила разрешила уже поснимать до этого. Вот сегодня птичку приехал поснимать. Здесь очень красиво. Ну, покорми.
Там, а чем ее можно кормить людьми? Мясом? А можно купить покормить? Вот, друзья, обязательно, значит, у нас есть теперь задумка для следующего нашего ролика с этим Соколом. Я куплю кусок сочного свежего мяса, наверное, или кролика, или телятину. И мы с вами обязательно покормим эту птицу, эту важную птицу этого Сокола. Наведи, пожалуйста, на... Вот, друзья, вот такой вот красавец. И у нас с вами будет еще один ролик, если вам, конечно, будет интересно наблюдать за тем, что я выкладываю в сеть, в интернет, в первую очередь на YouTube, потом уже в Одноклассники, я вам уже не раз это говорил, а потом уже на все остальные сайты. Также есть ВКонтакте, опять же, повторюсь, в Одноклассниках, в Инстаграме, ТикТок, и где меня, друзья, только нет. Вот, поэтому обязательно заходим, подписываемся, ставим жирный-жирный лайк. Вот. Всем пока. А нельзя тебя попросить? Помочь. Сейчас сколько времени? Поснимать стоит. Я думаю, еще могу. Вопрос держать и все. Так, смотришь сюда и... Попадал. Я вот подойди, ну вот, нажимаешь куда? Куда? Это видишь. А я как, попадаю в тебя? Половину. Так? Да. Ну вы половину подаете. Половину, да? А, полностью. Так. Привет, друзья. Я думаю, что держу. YouTube смотрит. Угу. Привет, друзья. Я сегодня опять решил посетить, как это называется, Максим? Храм. Храм, а как называется? Привет, друзья. Привет, друзья, я опять приехал в Рогачёво, в посёлок Рогачёво, немножко уточнение. Можешь её не двигать? Ну, чтобы она не двигалась. Привет, друзья, я опять... А жить-то тебе есть где? Нет. Сейчас будем думать, что там есть. Я чем смогу, помогу. То есть в церкви тем более находимся. Чтобы я, знаешь, вот где-то вот так вот был. Я как получаюсь? Или я вот так вот? А, о, отлично. Так, давай лучше вот на фоне храма. Я тебя благодарю. Не туда пускай. Попадает там, да? Да. Только тут не надо вот эти убогие ботинки. Какая это птица, ну что-то орел какой-нибудь. Вот. Ну не сова, это точно. Хотя вот у меня на шее татуха, там у меня многие отпутывают себя. Это сокол, на самом деле сова. Просто я ее делал, кстати, в салоне. Ну так вот, нет, отсюда сова. Так. Можно я теперь встану сюда? Так, держи. Пока я тебя уберу, пока ты попадал. Видно меня, правда? Да. Друзья, ну вот мы там поближе, да? Тут ботинок не было. Вот этот вот. Давай так. Не видно ботинок? Нет. Друзья, ну вот мы. Привет, друзья. Сегодня мы приехали посмотреть на птицу Сокол. Как я вам и обещал. Снимаю ее еще раз. Вернее, его. Привет, друзья. Сегодня мы с вами приехали в город Дмитров, вернее, Дмитровский район, поселок Рогачёво. Как и обещал я вам, чтобы поснимать Сокол, которая вошла в мои другие ролики, вернее, пока только в один видеоролик. Сегодня я решил уделить время этому Соколу только для него. Именно для этой птицы, чтобы поснимать ее для вас. Сделать отдельный ролик, чтобы человек не мотал все видео именно на эту птицу, сразу все собрал на этот ролик. Поэтому давайте пойдемте, как бы. Вот опять туда идешь. А? Опять птицы.